С вами канал ProMint, в этом видео я покажу быстрое прохождение карты Road to Central Town. В моем телеграм-канале вы сможете найти ссылки на прохождение других карт, подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новых видео. Прогружаемся на карту и сразу берем задание у старца. Собираем вексилиты и также подходим к табличкам. В этом углу карты берем задание, и нам нужно прыгнуть в определенном порядке. С голубого на желтый, потом на зеленый, потом на красный. Берем задание на паркур, и важно, вы должны его пройти как можно быстрее. Справа отображается таймер, вы должны попасть не в красную зону. Очень быстро проходим, можете посмотреть маршрут у меня на экране. Всем спасибо за просмотр, не забывайте заглядывать в Телеграм. Всем удачи!